Ребята, с вами канал Егора Друзья, и я Егор. И сегодня мы поговорим об еще одном персонаже из Тачек 2, которого зовут Дон Крамлин или Дон Гремлин. Итак, начнем о его досье. Имя Дон, фамилия Гремлин или Крамлин. Род занятий, приспешник профессора Цундапа и член команды Гремлинов. Итак, Дон Гремлин – это персонаж фильма «Тачки 2». Его в первой сцене можно было увидеть, когда он вместе с Тимом Хьюго и другими злодеями догоняли Финна Макмисла. В дальнейших сценах его нельзя было увидеть. Но его можно было еще увидеть, когда он ехал по спирали вместе с другими машинами-лимонами, и когда его взорвал агент Финн Макмисл. И тогда он уничтожил половину злодеев, в которых ходил Дон. И он погиб. Вот, это причина его смерти. Вот. Дон Гремлин, его реальный прототип, это IMC Гремлин 1974 года. Дон имеет серый бампер, который выполняет роль бороды. Фиолетовый кузов, ржавые части и черные хоккейные полоски. Также Дон окрашен фиолетовый цвет. Но в мультике, когда он гнался за Финном Макмислом, я его часто путал с Джеем Гробли Гремлином, потому что раскраска Дона там была очень яркая, и я вообще даже не уверен, Дон ли это, потому что там у этого Гремлина у него были желтые полоски, какая-то более, что ли, не знаю, какая-то баклажановая раскраска. Не знаю, может, просто освещение так падало. Ну, не знаю, Дон ли это, я до сих пор так и не понял. Вот. А цвет глаз у Дона – это карий. Вот. Неизвестна предыстория Дона, то есть, чем он занимался. Но известно то, что это обычный бандит из банды гремлинов. Вот. Появление Дона в разных видеоиграх. Дон появлялся в видеоигре «Тачки 2. Видеоигра», где он был представлен в режиме охота, и он выпрыгивал из разных мест или спускался на парашюте. Он был помечен красной меткой и мог стрелять в игрока своими ракетами. Когда он видит игрока, он пытается выстрелить в него, нанося ему очень большой урон. Также Дон появлялся в «Тачках 2. Видеоигра» в режиме нападения, где он также был под красной меткой, и он мог выстрелить в игрока пулеметами и закружить игрока вокруг трассы, и игроку приходится обратно ехать и разгоняться. Вот. Также у Дона есть своя игрушка. То есть есть и его игрушечная моделька, которая, кстати, очень часто можно заметить в наличии. Я вот заказал себе Дона, которую, точнее, принесет Дед Мороз. Я его покажу как-нибудь. И у него есть несколько цветов глаз. И эмоции, что ли. Я что-то еще не помню. Вот. Ну, вот такой вот у нас сегодня был обзор, точнее, досье на персонажа Дона Гремлина или Крамлина. Всем пока.